Харе Кришна. Харе Кришна. Сейчас. Лучше в наушниках, наверное, да, будет? Микрофон будет, да, ближе. Сейчас я тоже включу. Окей. Итак, Сита, рассказывайте, по какому поводу мы тут собрались? Харе Кришна, мои поклоны преданные. Меня зовут Сита Девидаси, я также служу в департаменте Гуру Сева на фестивале Садхусанга. И нам пришла недавно в голову такая идея делать эфиры со слугами Махараджи, чтобы поделиться с вами также тем нектаром, который мы слышим в силу нашего служения. Да, у нас есть такое замечательное общение со многими слугами, и мы постоянно слышим эту катху, постоянно находимся в ней, и пришла идея также поделиться этим с вами. Вот, поэтому мы решили провести такой эфир. Сегодня у нас приглашенный гость — это Махапрабху Крипа Прабху. Он путешествует с Гуру Махараджем, с Бхакти Чайтани с вами уже около 20 лет. Служит ему... Поменьше, поменьше. Ну, около. Скоро будет 20 лет, на самом деле. Через 4 года уже. С 2004 года же вы путешествуете. Вот, мы, если что... Не удивляйтесь, если увидите здесь разных преданных, потому что мы с командой Гуру Севы будем выходить иногда в эфиры и помогать вести, то есть задавать какие-то вопросы. Вот, поэтому здесь будут разные преданные, не только я, проводить эти эфиры. Вот, поэтому подключайтесь. Это такая уникальная возможность для нас узнать Махараджи с другой стороны, потому что часто мы видим их только во время лекций, да, и у нас нет возможности с ними прям 24 часа в сутки, круглый год путешествовать. Вот, но через вас, через слуг мы можем узнавать какие-то истории, которых, ну, мы не слышим вот так вот, да, в обычной жизни. Это такая для нас очень уникальная возможность, поэтому спасибо, что вы приходите, слушаете, мы очень рады вас видеть. Вот, мы тогда можем начать, да, Махапрабху Крипа? Да, конечно, можем начать. Первый вопрос будет. Расскажите вообще про вашу первую встречу с духовным учителем. Как вообще вы первый раз его увидели и познакомились с ним? Спасибо большое за вопрос. Это было в 2004 году, в мае месяце. Он приехал в Пензу. Его сопровождал Шри Гора Хари Прабху в качестве переводчика. Его многие знают, ученик Раднат с вами. Его также сопровождал Кришна Чандра Прабху. На тот момент он выполнял служение регионального секретаря по Поволжью и Татарстану. Вот. И Шри Гора Хари Прабху на тот момент был в Шафране, был брамачари. И Кришна Чандра Прабху тоже был в Шафране, тоже был брамачари. Такая шафрановая команда приехала в Пензу проповедовать. Они сопровождали Гуру Махараджи по региону. И Кришна Чандра Прабху, он всегда жаловался на то, что очень сложно сопровождать Бхакти Чайтани с вами, потому что всегда ранний подъем, всегда джапа, всегда мангаларати. Всегда очень такой жесткий график. Вот. И эта встреча, конечно, она в памяти навсегда осталась, потому что она также связана еще и с тем, что я сразу же после первой встречи, в момент первой встречи, я сразу попросился в ученики к духовному учителю. Но все по порядку, расскажем сначала. Вот. И в Пензе на тот момент была одна ученица Гуру Махараджи, всего лишь одна ученица, Никунджа Сева. Замечательная вообще ученица, на самом деле, у Гуру Махараджа такая есть, которая вела намахату, я посещал ее намахату на тот момент. Вот, и она как-то делилась теплом, делилась любовью своей, источником который был, конечно же, духовный учитель. И она постоянно прославляла его, рассказывала о его возвышенных качествах. И было очень интересно ее слушать всегда. И на тот момент, когда Гуру Махарадж вот-вот уже должен был приехать через там день-два, оказалось то, что некому помогать там Никунджа Севе в организации приезда Гуру Махараджа. И я с радостью выполнял все, о чем она меня просила. Ходил, покупал там пхогу, там мыл полы в подъезде, там еще и так далее. То есть вообще абсолютно все, потому что не было никого практически у нее под рукой, чтобы ей помогать в этом. Вот. И когда Гуру Махарадж приехал, вышел из машины, я был единственный преданный, кто его встречал, начинающий преданный.
предложил ему гирлянду со словами «Позвольте мне таким образом послужить вам». Он сказал «Позволяю». И тут же он спросил, как дела в Искон Пенза. Я сказал «Плохо, Махарадж». Он сказал «Да, плохо. Не мог бы ты мне писать время от времени, рассказывать, как тут дела обстоят?» Я говорю «Хорошо, я мог бы, конечно». Вот. И он зашел в квартиру, расположился, и он задал мне вопрос. «Сегодня вечером я собираюсь на общественной программе рассказать о Джордже Харрисоне, это участник группы Beatles. Ты знаешь Beatles? Тебе нравятся Beatles?» – спросил он меня. И я ему сказал, нет, мне Beatles не нравится, мне нравится Харе Кришна. И он сказал, ты один из нас. А так мы сразу, в принципе, почувствовали некую синергию друг с другом. Вот. И на общественной программе я слушал его лекцию. Там меня, безусловно, поразил один момент. У нас тогда в Ятре, у нас вообще много было таких персонажей на тот момент, но был один ярко выраженный, сумасшедший персонаж, поехавший персонаж вообще полностью. Вот. И он задал вопрос духовному учителю, вопрос он задавал минут 15. То есть там все показывали, что не надо переводить, это не надо переводить вообще. Но Гуру Махарадж сказал, переводите мне. Ему Шри Гуру Хари Прабху перевел вопрос, тоже минут 15 это заняло, перевод этого вопроса. И Гуру Махарадж ответил, удивительно, что он обратил внимание на этого человека, ответил ему на вопрос и в конце спросил, я ответил на ваш вопрос, вас удовлетворяет ответ мой? И ему этот человек сказал, почти. Это было смешно на самом деле, почти. Вот. И Гуру Махарадж тогда рассмеялся, и все поняли, что, в общем, на этом достаточно. Слово можно передать кому-нибудь другому. Но мне понравилось то, что он, Гуру Махарадж, не отреагировал на всеобщие сигналы и просьбы не обращать внимания на этого человека. Он его выслушал и ответил ему. Меня это очень сильно поразило, на самом деле. Очень сильно. Ну вот. И в тот момент Кришначандра Прабху спросил меня, ты понимаешь, что говорит Махарадж по-английски? Я сказал каждое слово, у него идеальный английский, сложно не понять. И Кришначандра Прабху тогда сказал, ну готовься, завтра утреннюю лекцию для преданных будешь ты переводить. Это было ваше первое служение Гуру Махараджу, да? Ну, первый раз, да, я стал переводить для него. Первый раз в жизни я для него перевел в 2004 году лекцию вот для преданных в Пензе, утреннюю лекцию по нектару преданности. Лекция была достаточно сложная для меня, от шрадхи до премы, то есть там всевозможные тонкости, нюансы Гуру Махарадж рассказывал. Я уверен, для всех преданных, кто присутствовал на этой лекции, она тоже была непростой. Но в тот момент, когда я переводил и закончил переводить эту лекцию, кстати, как Шри Гуру Хари Прабху сказал и Кришначандра Прабху тоже сказал, что для первого раза это было весьма неплохо. Вот. И сразу же после того, как я закончил переводить эту лекцию, я обратился к духовному учителю с просьбой принять меня в ученики. Потому что я отчетливо понял, что его лотосные стопы – это мой дом на самом деле. И это именно то состояние, которое я никогда в жизни не испытывал ранее, вообще никогда. То есть это вот то, о чем часто рассказывают, целостность сознания, спокойствие ума и так далее. После того, как духовный учитель уехал дальше, в другой город, я сидел на диване часа 4, наверное, просто не понимая, что со мной произошло только что. И надо мной ходили все матаджи, смеялись, там, Никунджи Сева и Раса Виласи были. Они смеялись надо мной, показывали пальцем. Вот. Но я был уверен абсолютно на 100%. И Кришначандра Прабху тогда сказал, что подождите, подождите, нужно там пройти определенную программу, нужно там сдать тесты, экзамены и прочее, и вообще еще там непонятно, неизвестно, как что будет. И Гуру Махарадж опять же интересным образом отреагировал. Он сказал абсолютно так, знаете, деликатно Кришначандре Прабху. Кришначандра Прабху, неужели вы думаете, что здесь, в Пензе, не может быть искренних преданных.
И Кришначандра тогда сказал: все хорошо, ладно, я не противлюсь, я как скажете, Махарадж, пожалуйста. Вот, то есть я почувствовал некую тоже, не только принятие, но и некую защиту, которая сразу же, прибежище, которое Махарадж сразу же дал. Вот это было, конечно, очень здорово. Еще вопросы? Спасибо большое. То есть вы сразу, когда увидели духовного учителя, сразу же попросили пранаму-мантру? Да, я сразу попросил пранаму-мантру. Именно вот благодаря тому, что вот было осуществлено именно вот это служение. И через служение, через практическое служение, мне пришел ответ в сердце. То есть это принятие духовного учителя не было основано на сентиментах, на какой-то дани моде, да, то есть исключительно только через процесс совершения служения, через ответ в сердце. Вот таким образом было осуществлено принятие духовного учителя. Я не смотрел на то, как он поет, как он говорит и так далее. То есть это именно через практическое служение было осознанное принятие духовного учителя. А до этого встречали вы каких-то махараджей или сразу же только его увидели и сразу же поняли, что это именно ваш духовный учитель? До этого я встречал первого духовного учителя, первого саньяси. Я встретил его святейшество Бхакти Бринга Говинда Махараджа в 2002 году на Грушинском фестивале. И затем я встретил в 2003 году в Москве на беговой. Я уже такой старый, оказывается, я и на беговой успел побывать. Я встретил его святейшество Бхакти Вигьян Махараджа. Он давал тоже супер заумную лекцию. Конечно, она меня впечатлила. Но когда я подошел спросить, можно ли попасть на даршан, мне сказали, там очередь на 15 лет вперед расписана, можете встать вот в очередь. И еще нужно озвучить свой вопрос 25 людям, чтобы они все проконтролировали, соответствует ли ваш вопрос требованиям и так далее. Я сказал, все, вопросов больше нет, я ответ получил, спасибо. Все понятно. Так что, когда я встретил его встречу в Бхакчитане с вами, Гуру Махараджа, и его доступность, его деликатность, его поведение истинного джентльмена покорило просто нереальным образом, на самом деле. Вот. И, конечно, Маха Прасад сделал свое дело, безусловно. Здорово. А потом инициацию в каком году вы получили? Инициацию я получил достаточно быстро. Первое посвящение я получил через где-то полтора года. То есть, если... Да, после первой встречи я получил в 2005 году на фестивале Саду Санга в Анапе. Вот, тогда я уже переводил семинар Гуру Махараджа на Садху Санге полностью, уроки из игр Господа Чайтани. Это было очень интересно. Вот, там тоже было много различных интересных ситуаций. Там была одна лекция. А бывает такое, что переводчики иногда не успевают за ходом мысли духовных учителей, и у меня возникла такая ситуация, и интересно то, что на той лекции присутствовало очень много старших преданных, будущие махараджи, Ачалы Прабу, Тамашлока Прабу, много, очень много было старших преданных. Удивительно то, что они, никто из них не стал поправлять или вставлять свое какое-то слово, но нашелся один чистый преданный, который встал и громогласно поправил перевод, произнес правильное, на самом деле он был прав, он произнес правильный принцип Господа Чайтани, до сих пор помню, в чем он заключался, то, что ради выполнения служения можно нарушить правила и предписания. И пример приводился слуги Говинды, который перешагнул через Господа ради того, чтобы создать тень для него. Я запомнил это на всю жизнь. Но опять же интересно, как Гуру Махарадж отреагировал в той ситуации. Он поблагодарил этого Прабу, который все это высказал, сказал, по вашей милости мы поняли суть принципа Господа Чайтани. И все это так деликатно, знаете, всегда произносится, подается, что человек, может быть, даже который прав и который сражается за правду и истину, понимает, что, может быть, и не совсем он был аккуратен в своих действиях. Вот у Гуру Махараджа есть такой талант сказать буквально два слова, и человек задумается над своим поведением. Вот. Еще, пожалуйста. А именно с инициацией была ли какая-то связана? Бывают, знаете, какие-то очень интересные, необычные истории у преданных? Да, есть такая история, безусловно. Непосредственно за день до инициации я ожидал,
искренне ожидал, что Гуру Махарадж спросит меня, как и всех учеников и учениц, которых он спрашивал на протяжении всего года. Так получилось, что в течение года я много с ним путешествовал. Об этом можно чуть подробнее тоже рассказать позже. И он всех спрашивал, какое имя вы хотели бы получить. И я искренне ожидал, что меня он тоже спросит. А я уже себе имя выбрал, я уже знал, какое мне нужно имя. И в Красноярске он всех спрашивал, и везде, где мы только не были, он всех спрашивал, какое вы хотите себе имя. И все говорили так, так, или в каких-то там, связанное с какими-то лилами Господа, да, там. Хотелось бы имя получить, связанное с играми Господа Кришны, или Господа Чайтаньи, или с духовным учителем, то есть, или с мамой Яшодой. То есть. И Гуру Махарадж всегда идет навстречу в таких ситуациях. И тут меня он не спрашивает. И у меня так забеспокоился ум, я думаю, неужели Гуру Махарадж меня не любит? Почему он меня не спрашивает? У всех спросил за год, а у меня не спросил вообще, как так? Я преисполнился решимости, и вечером прихожу к его двери, и уже собрался стучать ему в дверь. И тут такой голос у меня в сердце прозвучал, да как бы ни назвал, лишь бы назвал. И это так отчетливо прозвучало просто, что я не стал стучать ему в дверь, я не стал ему озвучивать свои мысли, вот, и ушел. Конечно, мне очень хотелось, чтобы мое имя было связано с Господом Чайтаньей, однозначно, и поскольку меня зовут Михаил, чтобы на первое кармическое имя, да, чтобы духовное имя начиналось на букву М. Вот, и я хотел это озвучить ему, вот, но не стал, потому что так, такой голос как бы прозвучал у меня в сердце, и я не стал этого делать. Вот. И на инициации, на самой непосредственно, произошла такая очень интересная ситуация. Там у Бхактивигьян Махараджа получали инициацию человек 60, у Гопала Кришна Махараджа человек 40. В общем, у всех так все серьезно было. И у Гуру Махараджа только один ученик получал посвящение, это я. Да, кстати, Гуру Махарадж сказал, что необходимо получить рекомендацию от Кришначандры, про регионального секретаря. И когда я к нему подошел за рекомендацией, Кришначандра Прабху так удивился, он говорит, а зачем тебе моя рекомендация, у тебя все с Махараджем напрямую должно решаться. Я говорю, нет, Гуру Махарадж требует, чтобы мы соблюдали протокол, пожалуйста, дайте свою рекомендацию. Он говорит, ну, если нужна моя рекомендация, то, конечно, я ее даю. Естественно, что все необходимые тесты я прошел уже на тот момент. Тогда, кстати, было интересно очень, нам нужно было прочитать 6 книг, 6 уроков по Бхагавад-гите, философское наследие Шри Чайтаньи, Шикша Гуру, Шиварама с вами и так далее, и ответить там на кучу вопросов. Но это было интересно, правда. Вот, 6 книг, как сейчас помню. Да, Гуру Махарадж. Ну, там много нюансов, на самом деле, с инициацией связано. Я один ученик, мне как бы никто из старших учеников не подходит, не меняет канхималы, и Гуру Махарадж меня подзывает, говорит, подходи сюда. И вот они, те самые канхималы, они по сей день на мне. Он их лично на меня надел во время инициации, и все многочисленные ученики Бхактивигьян Махараджа смотрели на меня с такой завистью, вы себе не представляете даже, что духовный учитель мне лично надевает канхималы. Вот. И я прослушал всех учеников Бхактивигьян Махараджа, которые давали обеты, и у меня был легкий шок, потому что некоторые обещали читать, ну, большинство обещало читать 16 кругов каждый день минимум и 25 выкадыши. Еще некоторые обещали 25 кругов читать каждый день и 32 выкадыши. Еще некоторые нашлись, кто 32 круга каждый день обещал читать и 64 выкадыши. И нашелся один, кто пообещал 64 читать каждый день. Потом еще один хотел сказать 64. Тут его уже Бхактивигьян Махарадж сказал, так, хватит. Это суперменов достаточно, там 64 достаточно, хватит, давайте 32 хотя бы. И я сижу такой в шоке, думаю, господи, вообще вот это да. Тут все такие серьезные как бы бхакты собрались, такие обеты дают вообще серьезные. Я говорю, я, ну, так у меня такое как бы понимание возникло, что ну, я вообще просто не соответствую, просто, ну, вообще никак не соответствую таким параметрам, вообще никак. И когда дошла очередь до меня, я Гуру Махараджу так стыдливо сказал, Гуру Махарадж, вот минимум 16 кругов я буду читать. И так посмотрел на него жалобно, как бы, мол, достаточно ли этого будет. И он сказал, спасибо, этого достаточно. И сделал на этом акцент. И интересно было то, что, знаете, так все те, кто обещал там 32, 64 и так далее, они все так гордо садились на свои места, получив свое имя. Что,
То есть, ну, это было очевидно, да, что они молодцы, конечно, я нет. Но когда Гуру Махарадж сказал, что этого достаточно, мне стало так легко на сердце. Ну вот. И Гуру Махарадж, как всегда, он говорит, с сегодняшнего дня вас будут звать Махапрабху Крипадас. Это было нечто, это как гром и молния просто прозвучали у меня в голове. Я упал в дандавате просто перед духовным учителем. И потом, когда церемония закончилась, мы вдвоем пошли гулять вдоль побережья моря Черного. Мы читали джапу, и Гуру Махарадж первым делом спросил меня, ну как тебе имя? И я ему сказал, я говорю, Гуру Махарадж, это вообще самое лучшее имя в мире. Я очень счастлив, что вы меня именно так назвали. И на самом деле я ему рассказал потом предысторию, что я хотел прийти и сказать ему, чтобы имя начиналось именно с Махапрабху, связано с Господом Чайтаньей, чтобы было. И я рассказал ему то, что я не стал все-таки просить его об этом, вот, но очень сильно молился об этом. И Гуру Махарадж сказал, я читал джапу вечером, и как-то оно пришло мне на ум. Вот. И, ну, как в таких ситуациях не поверить в Кришну, правда? Преданное. Вот. И есть еще замечательная история о том, как вот непосредственно я поехал впервые с Гуру Махараджем в тур. У нас же там было в списке вопросов, насколько я помню. А можно еще про инициацию? Вы вообще какой по счету был ученик? То есть он в каком году вообще начал принимать учеников? И да. Ну, если честно, я не знаю точно, но я предполагаю, что, может быть, я в первую сотню, может быть, вошел, может быть, в первые 150. То есть сейчас, на самом деле, не так много, до сих пор чуть более 1200 учеников, инициированных по всему миру, не так много. Ну вот, в 2005 я получил. В России у нас в Тольятти была, по-моему, одна из первых учениц, по-моему, в Питере самая первая, Нити Кишори была, да. Потом в Тольятти Индулекха Матаджи, который сейчас в Ростове живет. Том Радханандини, тоже одна из первых. Ну вот. Ну, в Москве я познакомился с небольшой группой учеников Гуру Махараджа. Там был Талаван Прабу, Радха Према. Радха Према получала в 2004 году инициацию. Я был на ее инициации. Радха Према там получала. Югадхарма, Расабхавани из Самары, семейная пара. Такие пожилые преданные. Вот. Вот тут же Валараса пишет, что в 94-м. Да, я тоже заметил, в 94-м, 95-м начал давать инициации. Вообще он не планировал, на самом деле, давать инициации. Мне об этом рассказала Нити Кишори, кто первая получила посвящение из Санкт-Петербурга. Она сейчас уже... Ну, она уже давно живет в Вриндаване, на самом деле. Она уже дочь там вырастила в Вриндаване. Вот. И она рассказывала о том, что когда она к нему обратилась с вопросом, что вот хотела бы тоже ученицы попроситься, он сказал, найдите другого гуру, я не планирую ездить в Россию, на самом деле, я не планирую, как бы, да. Он не планировал ездить по России, представляете? Ого. Так, как он сейчас ездит, у него не было это в планах, на самом деле. Да. Вот. Подождите, ну, а он же саньясу, получил в 98-м году? В 98-м? Нет. Я думаю, раньше он получил саньясу. Я точно сейчас вам не скажу. Я думаю, что раньше. Раньше он получил. Ну, он после саньясы начал учить. Может быть, Уджвала нам сможет сказать. Уджвала Раса, да. Пожалуйста, проинформируйте нас, в каком году он получил саньясу. Вот. Он с 94-го года он ездит по России. Вот. Не знает. Нет, не в 98-м, в 93-м. Все верно. Уджвала Раса Киджай. Спасибо большое. Вот. А что у нас еще было там по поводу инициации? По поводу инициации все. И следующий вопрос, как вы вообще начали путешествовать с духовным учителем? Это всегда интересно, да? Вот ты живешь, ты обычный преданный, и потом как вообще вас пригласили на это служение, как вы туда попали? Эта история связана с божеством по имени Говиндаджи. Изначальное вриндаванское божество Говиндаджи, которое живет в Джайпуре. У меня на тот момент уже были такие хорошие, близкие отношения с Шри Джишну Прабу. Он приезжал как-то сюда, в Пензу, читал семинары, я жил с ним, служил ему. Вот. И он приехал потом еще раз, привез Махапрасад и сказал, это необычный Махапрасад,
Это просад от божества, которое отвечает за путь преданного служения. И оно, поскольку оно не, этот Махапрасад не отличен от божества, от самого Господа, от Говиндаджи, то если ты попросишь какое-то желание, оно обязательно исполнится. И я очень низко, у меня сразу, я проникся верой. Вот в эти слова, которые озвучил Шри Джишна Прабу, я сразу проникся в них глубокой верой. Очень сильно я поверил в то, что он сказал. И я взял этот Махапрасад и загадал только одно желание. Очень искренне я помолился и попросил только одного. Хочу всю жизнь служить чистому преданному его святейшеству Шрилы Бхактичитани с вами. Вот такая была просьба. Вот. И дальше начали происходить удивительные события. Я скушал этот Махапрасад и, в принципе, забыл об этом. И потом, через некоторое время, мне звонит Никунджи Сева, наша духовная сестра, и говорит, мне кажется, вам надо поехать в Москву. Вот Гуру Махарадж должен вот-вот приехать, буквально там через неделю там, или две. Вам нужно поехать в Москву, в общем. И я ей сказала, с чего вы взяли, что он меня ждет, я вообще как бы не знаю. Она говорит, ну, и говорю, у меня денег как бы нет, я студент там очного отделения, получал первое высшее образование, я не могу, как бы там сессия, что я не знаю. Даже денег на проезд не было, там стипендия была 200 рублей на тот момент. И Никунджи Сева говорит, вы не переживайте, Кришна что-нибудь устроит, не переживайте, все будет хорошо. Вот. И действительно, Кришна все устроил, только Кришна всегда устраивает таким образом, которым мы даже догадываться не можем. Через некоторое время мне звонит мой друг по Санкиртане, мы распространяли книги регулярно на улице. Это, кстати, было наставление духовного учителя после первой встречи, чтобы я занимался распространением книг Шрилы Прабхупады и обязательно проводил хорошую утреннюю программу. Читал джапу с утра, вычитывал всю джапу с утра и пел все баджаны. И я следовал его указаниям. И это был очень счастливый период в жизни, когда у нас, когда мы не выходили на улицу с книгами, нас всегда очень много разбирали книг. Благословение чистого преданного так работает. И Ананта Дев, мой друг, мой партнер по Санкиртане, он в инвалидном кресле, у нас такой тандем был. Вот, мы распространяли книги Шрилы Прабхупады вместе на улицах Пензы. И он попросил меня сопровождать, позвонил мне и попросил его сопровождать в Москву. Он хотел поехать на Махату своего духовного учителя Бхактивиньян Махараджи, ему нужна была помощь. И, конечно, я ему не мог отказать. И он сказал, ты не переживай, там все расходы, там я беру на себя автобус, там проживание, это вообще не проблема, все решим. Я сказал, ну хорошо, и то есть мы планировали поехать на выходные, субботу-воскресенье провести в Москве, вернуться потом обратно в Пензу. Но ничегошеньки я не знал о планах Господа. Ну вот. И мы приходим на эту Махату. Представляете, да, то есть особо сотовыми телефонами никто не пользуется, скоростного интернета еще нет на тот момент, он только появляется в России. Вот, то есть как бы переписки активной такой, как сейчас, нет, не говоря уже про все супер навороченные девайсы, которые сейчас есть для связи. Можно одновременно и джапу читать, и по видеосвязи Гуру Махараджу что-то говорить, и в Инстаграме комменты делать, и в Фейсбуке там отслеживать и так далее. То есть центр управления полетов каждый себе может дома создать. Вот. И мы приходим на эту Махату, и там я встречаю другого духовного брата, Вьясатиртху Прабу. Какова тоже вероятность того, что он придет именно на эту Махату, именно в это время. И он видит меня и говорит, о, слушай, у нас через час духовный учитель прилетает в Шереметьево, не хочешь поехать встретить его? Я говорю, ну хорошо, поехали, встретим, поехали, да. И мы едем туда, встречаем Дайал Чайтанью Прабу. Это семейная пара Дайал Чайтанью Прабу и Камала Лочина Матаджи, которые в Москве очень долго ухаживали за Гуру Махараджем, служили ему. Они выполняли очень много разных видов служения, вы даже себе не представляете. Они находили деньги на оплату его билетов, на оплату его визы. Они предоставляли свою квартиру. Камала Лочина сама готовила. Я до сих пор помню, как она приготовила обед Гуру Махараджу. Он покушал, и она спросила, ну как, нормально? И он сказал, самое лучшее в мире. Он так ее прославлял, так ее любил за такое бескорыстное служение, которое она оказывала. Она вообще молодец. Вот. И что происходит? Мы приезжаем с Дайал Чайтаньей, с ее супругом, в аэропорт встречать Гуру Махараджа. И Гуру Махарадж выходит, видит меня и говорит, вы едете со мной.
как бы указанием духовного учителя надо повиноваться. Я говорю, да, конечно, еду. И мы приезжаем на квартиру в Дайл-Чайтане, Камлу-Лочине, и он говорит, тебе надо купить билет на самолет, мы летим в Красноярск, 2005 год, май, по-моему, апрель, май, что-то так примерно. Угу. 20% заряда осталось. Итак, Гуру Махарадж достает деньги. Представляете, там все пожертвования, которые у него были, там такие мелкие купюры, 10-рублевые, 50, 100-рублевые. Он достает все эти деньги и говорит, на, езжай, покупай билет. И мы приезжаем покупать билет на Динамо, на аэровокзал. Называем рейс, нам говорят, последний билет остался, берете? Я говорю, да, беру. Последний билет на этот рейс. Да, это на самом деле кино можно снимать. Там гораздо больше деталей всевозможных, вот, но это пока мы ограничены рамками эфира, то есть таким образом. Да, и мы полетели в Красноярск. Мне было страшно лететь, если честно. Я на тот момент летал, может быть, один раз в жизни, только когда мне было там 6 лет, а тут я более-менее уже как бы в таком взрослом возрасте. Кстати, сколько мне было в 2005-м? Мне было 21 год, мне был, да, 21 год, 15 лет назад, получается, да. А я, кстати, помню, вот же у вас, я помню, да, вам было 12 лет, я вас это помню прекрасно. Я много кого помню, кстати, из той поездки. Это можно отдельную тему для эфира сделать. Да, конечно, сделаем. Да, это была удивительная поездка. Да, удивительная поездка. Там просто так сразу не расскажешь. Много городов, много событий было. Вот. Мы прилетели в Красноярск. Это было нечто, это потому что был храм, было много преданных, и было много учеников. У Гуру Махараджа тогда было много учеников, там большое количество дважды инициированных учеников. Вот. И я еще столько учеников в одном месте сразу не видел до этого. Гуру Махараджа. Это было классно. Я там познакомился с Субалом Прабу, с Чайтанья Премой Прабу. Вот, и там тоже была церемония инициации, вот, ну, там много чего интересного было. В общем, договорились, это отдельный будет рассказ, а непосредственно о поездке по Сибири. То есть мы проехали по Сибири, потом был Питер, потом Москва, и затем Гуру Махарадж улетел в Южную Африку, то есть этот тур длился где-то полтора месяца примерно. И в тот же год еще была поездка по Татарстану и по Волжью. Это еще где-то было примерно 3 недели, наверное. Вот. И с тех пор каждый год регулярно по Волжье и Татарстан регулярно я сопровождал Гуру Махараджа по всем городам по Волжье и Татарстану. То есть это Самара, Саратов, Пенза, иногда Ульяновск, иногда Саранск еще добавлялся. И всегда Казань, иногда это были набережные Челны, иногда Чебоксары. Вот. И с недавних пор, с 2011 года, по-моему, добавился еще Ижевск тоже в регулярную программу. А институт, отличный вопрос. Да, институт, получается, пропускали. Да, я наплевал вообще просто на институт, просто откровенно. Потому что духовный учитель сказал, вы едете со мной, и все. То есть мне было абсолютно все равно, что будет с институтом. Но когда я вернулся, Господь так устроил, опять же, что меня еще не успели отчислить, вот, но уже как бы был готов приказ, то есть готовы были его уже опубликовать, повесить на стену этот приказ об отчислении. Я поговорил с деканом, и декан была, в принципе, так благожелательно настроена, она сказала, ну хорошо, у тебя есть неделя, если ты успеешь сдать все экзамены и все зачеты, то ты не будешь отчислен. И Господь так устроил, что вот всем преподавателям им было неудобно вот встречаться со мной, они все были уже дома, и у них уже там вот-вот-вот должен был начаться отпуск, уже какие-то свои планы, свои дела, там поездки, еще что-то они планировали. И я просто каждому преподавателю приезжал домой, и я был готов что-то отвечать, они говорили, ой, ладно, вот некогда с тобой возиться, давай быстрее зачетку свою, все, иди только отсюда. И там буквально за 2-3 дня я все успел собрать, все подписи по всем преподавателям, вот. Это было экономическое образование, не переводческое. Переводческое я добросовестно посещал уже после. Я пришел, показал декану, и она была в шоке просто, что все зачеты были поставлены. Я сказал ей, да, это вот по милости духовного учителя все возможно.
Я не упускал возможности никогда проповедовать о славе своего духовного учителя, где бы я ни находился, в институте или на улице, распространяя книги. Вот. По поводу второго образования, это, кстати, был приказ духовного учителя. На одном из фестивалей, по-моему, в 2009 году был семинар по 26 качествам вайшнава. Да, по-моему. И, честно говоря, я плохо переводил. Мне самому не нравилось, как я переводил. И Гуру Махарадж после того, как закончил семинар, он сказал: ты должен учиться больше. И я принял это как приказ духовного учителя. Я поступил еще раз на второе высшее. Я начал учиться на переводчика и закончил кафедру перевода и переводоведения. Это было непросто, скажу вам честно. Это было очень непросто, но мне это очень много дало в плане именно понимания, построения предложений при переводе лекций духовного учителя. У меня даже одна из работ, не дипломная, а курсовая, или я уж не помню, какая, по-моему, курсовая, называлась «Передача интертекстуальности при переводе религиозных текстов на примере видео Навадвипа Мандала Парикрама и его святейшества Бхакчитани Свами Махараджа». До сих пор в институте там это все лежит, эта работа. Это видео было переведено. Я наговаривал вслух, а Мадхури Мукхи, моя супруга, она конспектировала все это время. Все записывала, что я говорил. И таким образом было переведено видео Навадвипа Мандала Парикрама. И заодно поставлена хорошая положительная оценка за курсовую работу. Вот. То есть в тот период вы не путешествовали с духовным учителем, просто учились, да? Или заочно получали образование? В нашей стране второе высшее образование только заочно получается, поэтому я продолжал путешествовать обязательно, но при этом я приходил на сессии своевременно и старался, да, получить необходимые знания для служения духовному учителю. Может, вы можете поделиться, как сохранять фамильярность? Ой, это очень легко сохранять фамильярность. Потому что вы все... Нет, переспрошу еще раз. Для этого усилий не нужно прикладывать. Потому что вы все время путешествуете с духовным учителем, да, и как продолжать видеть в нем духовного учителя, несмотря на то, что вы постоянно с ним, да, и очень легко, да, проявить какую-то фамильярность, и как вообще... Может, вы даже дадите какие-то советы преданным, которые, да, находятся близко с духовным учителем, и... Ну, конечно, нужно быть очень чутким к его нуждам, прежде всего. То есть нужно понимать, что он тоже личность, да, и то есть он, мы не должны, как ученики, мы не должны на нем экономить, то есть мы не должны его там ложить на полу и кормить гречкой с огурцами. Я не буду говорить, какой город это исполнил, но если они слушают, то они понимают, о ком идет речь. Вот. И когда я им сказал, что вы делаете, они сказали: ну, мы же написали ему письмо, он нам сказал: я съем все, что вы мне дадите, и буду спать там, где вы меня положите. Да, конечно, это уровень саньяс, принимать все, что дают, и не требовать большего. Но при этом ученики обязаны следить за тем, чтобы здоровье духовного учителя не изнашивалось излишним образом. Поэтому даже когда мы ездим на машинах, то есть мы составляем маршрут таким образом, чтобы было наименьшее количество часов по переездам, потому что не очень комфортно на самом деле долго ему сидеть. Чем меньше он сидит, тем лучше. Вот. Его беспокоит известное уже на данный момент всем заболевание. Вот. Как сохранять правильное настроение и не стать фамильярным. Нужно быть чутким к его нуждам, и нужно правильно исполнять свои обязанности ученика и в правильной расе это делать. Да? То есть раса какая должна быть заботы. То есть не просто, не совсем достаточно расы слуги, да, то есть ты такой солдат, которому генерал отдает приказ, и ты выполняешь только, когда тебе дают приказ. То есть нужно на самом деле такой, как бы, знаете, родительской пхавой обладать, да, то есть родитель, он заботится о своем ребенке каждую секунду времени, печется каждую минуту, каждую секунду, каждый миг, что с моим детем, да, то есть такая родительская пхава должна присутствовать. И вот это
умностроение, оно поможет наилучшим образом, на самом деле, заботиться о духовном учителе. Проверить, правильно ли все приготовлено, вкусно, по диете, в соответствии с необходимыми пропорциями. Все ли нормально организовано в плане быта, комфортно ли достаточно или нет. Потому что спина тоже у него больная. Может быть, знаете тоже эту историю. В 2010 году он падал в обморок и повредил один из позвонков. На самом деле два, но один чуть меньше, другой чуть больше. Вот. То есть это очень важно на самом деле. И, как сказать, ну правильно это делать в духе сотрудничества, безусловно, с другими учениками на местах, в городах, где есть свои тоже лидеры, старшие там, и так далее и тому подобное. То есть чтобы у них было правильное понимание системы контроля качества, чтобы правильно осуществлялось. Это разные ученики могут выполнять. Иногда Шачи Кумар Прабу, который ездит, осуществляет систему контроля качества. Иногда это я осуществляю в тех регионах, в тех городах, в которых я сопровождаю духовного учителя. То есть в разных городах есть такие соответствующие опытные, преданные, опытные ученики, которые знают, как правильно все это делать. Вот. И самое главное понимать, что несмотря на то, что настроение, оно ну, может меняться, да, то есть от слуги господина к дружбе, к родительской расе, нужно понимать, что мы в любом случае слуги. И даже когда мы шутим с Гуру Махараджем, мне однажды в 2012 году, когда Адикешева Прабу сопровождал Гуру Махараджа, он увидел, как я общаюсь с духовным учителем, и он спросил, ты в каких вообще отношениях находишься с духовным учителем? Я говорю, ну как отношения слуги и господина? Он говорит, нет, вот я в отношениях слуги и господина, а у тебя явно какая-то дружеская раса превалирует. Я говорю, ну я не знаю, говорю, мне сложно судить как-то со стороны. То есть мы постоянно что-то обсуждаем, шутим, обмениваемся какими-то различными словечками интересными. Он у меня спрашивает постоянно какие-то русские слова из русского языка, выражения из русского языка. Я у него постоянно спрашиваю из английского языка какие-то словосочетания из старого английского. Ему также интересно какие-то простецкие русские выражения тоже знать, чтобы понимать, когда преданные позволяют себе лишнего в беседе. Про матрас, кресло и подушку у Джула, да, хороший тоже момент. Началось вообще про матрас, кресло и подушку, знаете, с чего? В Самаре однажды, это, извините, самарские преданные, я вас люблю, правда, но просто история реальная. Произошла такая ситуация, что мы с Гуру Махараджем жили на квартире, и Гуру Махарадж спал на диване, я на раскладном кресле. Где я только не спал за время путешествия с Гуру Махараджем. В Кемерово я даже спал на бетонном полу под столом на кухне. Потом у меня было воспаление легких. Ну, ничего страшного, так, к слову. Гуру Махарадж там вообще спал на старом каком-то диване с пружинами. И каждый раз, когда он переворачивался, мне было слышно с кухни, как там скрипят пружины. Ну, чего только не было, что поделаешь. Зато с Гуру Махараджем всегда весело, классно, интересно, и вообще не важно, какие там материальные обстоятельства сопутствуют, комфортно или нет. Ну вот. На чем я там остановился? Напомните, пожалуйста. А, диван, самарский диван. Да, самарский диван. И Гуру Махарадж последний день сказал, я бы хотел вот в храме переночевать, потому что на следующее утро я бы хотел на Мангаларте присутствовать и вместе со всеми преданными читать джапу, и, ну, чтобы не ездить достаточно там долго, 20 или 30 минут надо было ехать. Вот. И хорошо, мы так и поступили. Гуру Махараджа перевезли в храм, в гостевую, а Мадхури Мокхи приехала из храма на квартиру. И только она собралась лечь на диван, отдыхать, на котором отдыхал духовный учитель, она тут же вскакивает, идет ко мне в другую комнату и говорит, а как Махарадж вообще спал у вас тут на этом диване? Я говорю, а что такое, в чем дело? Она говорит, так с него же ноги свисают, с этого дивана. Она говорит, они у меня свисают, а я как бы ниже, чем он по росту. Он-то вообще там почти двухметровый как бы в росте человек. То есть у него-то вообще там конкретно свисают ноги. И мы когда приехали в храм на следующий день, я к нему подошел, говорю, Гуру Махарадж, у вас что, свисают ноги с дивана? Он говорит, да. Я говорю, а почему вы мне об этом не говорите?
Он говорит, ну, я не хотел просто беспокоить. Я говорю, так, Гуру Махарадж, говорю, с сегодняшнего дня договариваемся жить по-другому. Вы мне вообще все сразу говорите, как есть. Все, что вас не устраивает, вы мне говорите абсолютно нормально. Не нужно, пожалуйста, скромничать. Мне можете говорить всю правду, как она есть. И так мы с ним договорились. И, в общем-то, больше на этом диване Гуру Махарадж не спал, слава богу. Все нормально. Вот. Но это был такой интересный момент, когда он стал таким поворотным, наверное, моментом в служении Гуру Махараджу, когда я понял, что кроме того, что он принимает то, что ему дают, должны быть также еще те, кто следят за тем, чтобы ему было комфортно. В этом суть преданного служения, суть бхакти – убедиться в том, что Кришне комфортно. Мы Кришну не видим, мы не знаем Кришну на самом деле какой, но Кришну знает духовный учитель. Поэтому наша задача – сделать духовному учителю комфортно во всех смыслах, как физически телу послужить, так и поспособствовать его комфортной проповеди в распространении славы святого имени, что включает в себя, кстати, юридические механизмы защиты. Вот, на сегодняшний день всем известно, там разные ситуации были. Так, у нас вопрос. Рецепты, названия блюд, которые ест Гуру Махарадж, у кого можно взять? Полным-полно таких вариантов. Есть даже поварской чат, есть преданная Падма Гопи из Омска, есть Мадхурья Мукхи, моя супруга, есть Балгопал из Питера, классный повар, есть Ачинти Чайтанья Прабу из Москвы, Нитирадхика из Москвы, Атмаприя с Лакшмирупа из Ижевска. Полным-полно преданных, которые могут поделиться. Вот. Но с длинного дивана, да, скорее всего, не единственная история. Вот ВК-чат, да, есть поварской, то есть туда можно зайти, там куча рецептов с вами могут поделиться этим. Специалисты, specialists, как говорит Гуру Махарадж. Ну, конечно, любимое его блюдо – это пицца с ананасами, это картофель по-деревенски, докла, чам-чам. Что еще? Да, много чего на самом деле. Самое главное, на самом деле, знаете, что готовить хорошо то, что вы умеете. Если вы, например, как была ситуация однажды, кто-то с кем-то посоветовался и говорит, вот Гуру Махарадж любит тыкву. Ему взяли, приготовили какие-то там пирожки с тыквой, как бы, ну, это не совсем то. Вот если бы это было сабджи тыквенное в стиле Гирирадж свитшопа, да, такое жиденькое очень, почти как супчик, вот это было бы попадание. Вот, а пирожки с тыквой – это не попадание, на самом деле. Вот. Сита, еще что-нибудь, пожалуйста? Про фамильярность вы закончили или мы вернемся к этому еще? Есть еще что сказать по этому поводу? В принципе, да. Мне кажется, много что сказал по этому поводу. Если подвести итог, то нужно быть очень чутким к нуждам духовного учителя и исполнять свой долг как ученика, чтобы ему было комфортно. И при этом понимать разницу между нами, что это Гуру Махарадж. Даже несмотря на то, что он допускает, он может сокращать эту дистанцию, да, вы видите, например, да, он реагирует на ваши сообщения, там, что вы не пишете. Даже иногда кто-то позволяет себе поправлять духовного учителя в прямом эфире по-русски, например. Я хочу всем преданным сказать, кто этим занимается, не занимайтесь этим, пожалуйста. Это некорректно так делать. Подсказывать в смиренном настроении, да, в качестве исполнить служение словаря, это нормально. Но поправлять духовного учителя при всех вслух и не один раз, как некоторые себе позволяют, это очень некорректно на самом деле. Это не то, что фамильярность, это оскорбление вообще на самом деле. Мы же читали «Нектар наставления» не так давно. Поправлять духовного учителя, давать ему советы – это вообще неправильно. Почему духовный учитель иногда спрашивает наших советов и принимает нашу корректировку? Очень просто, потому что он показывает пример ученика. Он идеальный ученик, и он показывает нам, какими мы должны быть учениками. Это мы на самом деле должны у него спрашивать советы. И мы должны получать корректировку от него, а не наоборот. Но поскольку у нас не хватает собственного разума и мозгов, может быть, да, зачастую, пока что на данном этапе, он показывает нам пример, как себя вести. Вот так вот мы себя должны на самом деле вести, вопрошать у духовного учителя. И если уж там кто-то действительно собрался его поправить каким-то образом, да, кому-то порезало слух, вдруг если, например, да, его не совсем, может быть, правильное произношение или ошибочное произношение по русскому языку. Хотя лично мне оно доставляет неимоверную радость,
каждый раз, когда он что-нибудь говорит по-русски, я испытываю такое счастье, просто вообще нереальное. И даже если там что-то, может быть, не совсем правильно построено, вообще без разницы. Вообще без разницы. Это всегда можно будет потом в личном порядке проработать, повторить, обсудить и так далее. Но когда он это произносит, это же нектарище просто. Правда ведь, а? Разве нет? Конечно, это вообще на самом деле удивительный момент, что ученики, они, ну, не, мы не можем, да, выучить английский ради духовного учителя, а духовный учитель ради нас старается и находит время, несмотря на свой такой график загруженный, и учит русский для того, чтобы общаться с учениками. Да, да. Да, это круто. Сита, так, вот вопрос дальше? От Примагни вопрос. Как не вытягивать из Гурудева счастье близких отношений? Как не вытягивать? Ну, вытягивать не надо, нужно предоставлять счастье близких отношений. Нужно стать инструментом духовного учителя, нужно стать для него источником радости. Он всегда говорит, порадуйте старика. Поэтому порадуйте старика, друзья мои, помогите, сделайте что-нибудь практическое. То есть сколько можно уже говорить и разглагольствовать на эту тему, нужно стать тем звеном, который разгружает духовного учителя от проблем и вопросов, а не загружает духовного учителя. Постоянно все идут на бесконечные даршины, постоянно как вампиры высасывают внимание какое-то из духовного учителя. Он, конечно, всегда уделяет это внимание, но лучше становиться частью решения, а не частью проблемы. Поэтому, в частности, вот с этой целью была создана онлайн-школа Гуру Махараджа, школа преданности, как он сам ее лично назвал. И в рамках этой школы преданные занимаются таким служением, что они очень много общаются с новичками, с преданными, у которых какие-то серьезные проблемы, и помогают на основе семинаров и лекций духовного учителя, а также общением с опытными учениками, помогают другим, передавая им опыт и давая советы в соответствии с тем, что бы сказал духовный учитель, или если возникает какая-то срочная ситуация, то мы связываемся, и духовный учитель отвечает очень быстро, но коротко. Вот, то есть, и вот эта школа преданности, она как раз призвана разгрузить духовного учителя от большого объема писем, ответов на вопросы, которые он уже давал миллион раз. Вот, то есть, разгрузить духовного учителя – это очень и очень важный момент. Как вот, например, сейчас у нас на Фейсбуке Примагни Деви собирает вопросы, да, он мог бы это сам делать, но… Вы становитесь его инструментом. Кирти Кумари Радхи собирает вопросы в Инстаграме, все объединяют. Есть еще различные переводчики, которые переводят все очень красиво, все делают, предоставляют вопросы. Мы ему отправляем, он получает. Ему очень удобно, что не нужно делать это самому. Это же здорово, правда? Разгрузить духовного учителя. И тогда, разгрузив духовного учителя от какой-то нагрузки, вы становитесь для него источником радости и счастья. Ну, безусловно, это в дополнение к элементарным принципам и кругам минимальным, которые необходимо строго, неукоснительно соблюдать и следовать. Примагни, что у нас Гурудев вообще интернациональный, столько языков знает, постоянно вдохновляет индусов, русских, французов и прочее. Конечно. Конечно, он вообще многофункциональная личность на самом деле. Он не только языки знает, он еще и владеет различными этими программами по редакции видео, по обработке видео, по работе со звуком. Он же здорово владеет фотоаппаратом, то есть абсолютно всей техникой. То есть фотки сам делает, которые в книгах Гвардхана Вриндаван, большую часть он сам сделал. Видео, все фильмы он сам монтирует, то есть он мастер на все руки на самом деле. И вот этому тоже очень важно учиться, то есть нужно во все вникать самому и самому во всем разбираться уметь. Это очень важный момент. Гуру Махарадж всегда во все вникает сам, и у него есть очень интересная система, как он ее называет, дабл-чек. То есть он всегда все перепроверяет, он всегда все переспрашивает. Он может приехать в город в любой, спросить там у слуги, который его встретил, какая программа. Потом, встретив президента Ятры, задать тот же самый вопрос. Потом просто по пути домой, встретив Пуджари, спросить тот же самый вопрос. И если у всех троих показаний сходится, значит, все нормально. Это очень классная система, на самом деле. Перепроверять все, переспрашивать. Вот это очень и очень помогает в жизни. Сита. У нас через 5 минут уже закончится время.
Да, ну что мы будем делать? Мы продолжим или перенесем на следующий раз еще? Как скажете, можем еще делать много таких эфиров раз в неделю, собираться, встречаться и сделать, делать продолжение. Уджвала раса говорит, нет, говорит Уджвала раса. Индулек Гопи что-то пишет. Спасибо за то, что делитесь своим бесценным опытом. Пожалуйста. Будем делиться. Это еще вы не все истории слышали. Там еще интересная история с получением второго посвящения. Ой, целая лила вообще была. Вот. Ну и, конечно, много историй с парикрам, потому что на парикрамах особая какая-то пхава такая. То есть мы все живем одной семьей, там 150 минимум человек. Последний раз на парикраме было 220 учеников. Это вообще особая такая, наверное, тема, особый опыт. Очень интересно, как там Гуру Махарадж себя проявляет, как он себя ведет. Я на парикраме, на последней Враджа Мандала парикрам, она была очень, на самом деле, интенсивная. Вкратце, может быть, успею что-то рассказать. Я не ходил на утренние программы, потому что мне хватало 6-8 часов переводов в течение дня. И на вечерние программы я тоже не ходил. А Гуру Махарадж, он ходил на утренние программы, проводил полную парикраму, потом он обедал, потом к нему приходили на даршины на час, потом он шел читать джапу на Говардхан еще час, и потом была полноценная вечерняя программа, в которой он также принимал участие. И потом еще мы были на Говардхане в сезон индийских свадеб, и ночью там начинались зажигательные просто вечеринки, именно ночью. Вот, и спать было невозможно, спать было просто невозможно, то есть несколько дней там Гуру Махарадж ночью просто не спал, но тем не менее, благодаря чистому успеванию святого имени, Господь давал ему необходимую энергию, чтобы он проводил парикраму, это было, конечно, нечто, и я помню, в один из первых дней он уже в 6:30 утра стучится ко мне в комнату и говорит, пойдем. Я еще там только заканчиваю пуджу Гирираджа, просим, он же говорит, пойдем, пора на парикраму, все, вставай, пойдем. Его постоянно, его не остановить просто, его постоянно несет проповедовать, прославлять святые места, общаться с учениками. Очень личностный Гуру Махарадж. Это мы с Ачинь Сачитани Прабу в Казани, я помню, семинар по шести госвами, когда был. Гуру Махарадж рассказывал о настроении Санатана Госвами и рассказывал о том, как Санатана Госвами путешествовал по всей Враджа Мандала парикраме, останавливался в домах различных бриджабаси и проводил с ними время. У него же там много Враджа Мандали, по всей Враджа Мандали много разных баджан-кутиров, то есть там не один баджан-кутир, как у некоторых госвами. И мы с Ачинь Сачитани так переглянулись, да, вот оно, настроение Санатана Госвами явно, то есть путешествовать по всем Саранскому, Ульяновскому, Пензам и так далее, останавливаться в домах людей там, где, в общем-то, не так много и преданных, но тем не менее оказывать им такое внимание, настроение Санатана Госвами. И также Гуру Махарадж часто говорит о садане, который следовал Рагунат Дас Госвами, да, то есть у него четкая была садхана, которую он следовал неукоснительно, и он сравнивает ее с линией, высеченной на камне. И вот усилия, которые прикладывает Гуру Махарадж, то стремление, та решимость, та приверженность, вот она подобна этой же линии, высеченной на камне, он неукоснительно движется по направлению к стопам Шрилы Прабхупады. Ура, спасибо большое, Махапрабху Крипа, у нас осталось 30 секунд буквально. Хари Кришна. Преданные, приходите на следующий эфир, да, мы сделаем анонс как ближе к делу. Спасибо вам. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо. Так много преданных было, 54 зрителя. Ничего себе. Спасибо большое за внимание. Хари Кришна, поклоны. Спасибо, Хари Кришна.